История личная такая, наверное, получится. У меня дома есть очень воспитанный пудель. Но об этом мы, пожалуй, не будем. Он очень хорошо дрессирован, но почему-то не слушает его. Почему так получается, я не понимаю, ведет себя беспортово. Я его очень долго критиковал, но он меня не слушал, потому что мне кажется, что этой собаке слушать меня не нужно. Она вела себя как-то очень странно. Я в ней не уверен, но я уверен в том, что сейчас очень прав был Артемий. Поднимите руки вверх, кто считает, что он прав. Мне кажется, надо укротить свой нрав. Меня зовут Рыбак, и я очень рад под эту расплату. По тактам читать фристайл, который спадает на ваших ушей, будто бы шоколадка. Это, конечно, не очень прикольно, было сейчас зарифмовано. Но сейчас Лёва вам все равно скажет о том, что он абсолютно солидарен с Артемием. И победите вы на он. У меня нет ни тени сомнений в этом по-любому. Сейчас мы зайдем в мою группу, мы зачитаем рэпчик вам. Мы из будущего тут оказались, я сам даже не знаю, честно говоря, как так получилось. В будущем все нормально будет. Случилась такая тема, то, что он еще не подошел сюда. Мы ждем тебя. Это мой друг Амфар. И мы пришли из 2040 года, и сейчас вам, ребята, замечательно споем тут. Потому что в будущем не так уж прикольно, как тут. В будущем могут очень легко устроить суд через пару минут после того, как ты даже не провинился. Спасибо, что кто хоть хлопает мне руками. Я смирился с тем, что не все это будут делать, потому что ему это не нужно. И люди, что вы ведетесь, как будто бы контуженные. Было бы здорово, если бы руки вверх подняли вверх. Все равно, потому что мы все за свободу слова. За свободу слова мы или нет? На этот вопрос я хочу услышать один простой ответ. Нет, я его пока что не услышал. Люди пока что еле пишут. И если только мы вместе будем заниматься делами, тогда все будет нормально. Мои много уважаемые зрители, которые пришли сюда, скоро я фристайлить перестану. И начнем петь песни. Или все-таки заново мне лучше начать фристайл. Нет, все-таки, наверное, песни. Сейчас будет гораздо веселее и гораздо интереснее. И полезней к тому же. Давай, следующий трек. Начнем.